Добрый день, мои хорошие. Сегодня 11 мая. Прошу прощения за то, что долго не выпускала видео, не отвечала на комментарии. Грядка далась тяжело. 2 дня лежала пластом. Праздники прошли мимо. Но даже не в этом дело. Ребята, огромное вам спасибо за поздравления, которые я сегодня увидела в комментариях. Большое-большое спасибо. В свою очередь, от всей души, хочу вас тоже поздравить с нашей победой. С победой. И пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. И пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали своих родственников, которые не пришли с войны, которые погибли. И чтобы не забывали тех, кто пришел с войны, и воздавали им дань уважения. Кто жив, пусть живет. Как можно дольше, пусть будет здоров, как можно дольше. А кого уже нет, вечная слава и вечная память. Самое главное, помните. Ребята, помните и не забывайте. Они не зря за нас сложили голову. Не зря. А тем, кто вскидывает руки в фашистском приветствии, кто зигует, я желаю, чтобы у них отсохли эти руки, потому что они предали своих родственников. Предали. Которые погибали за то, чтобы они жили. Ну вот уже весна. Ну вот уже цветут деревья. Всех с праздником, всем крепкого-крепкого здоровья и мирного, голубого, вот такого, чистого, без единого облачка, неба над головой. Я уже позавтракала, у нас все еще идет дождь, продолжает идти дождь. Я решила посмотреть, как у меня петуньи. Я их оставляла на улице. А, дождь пока временно прекратился. Сейчас, ребятки, посмотрим. Ой, ну прекрасно. Прекрасно сидят петуньи. Не хуже, чем на улице в городе. Так, что у нас с грядкой здесь? С грядкой тоже все хорошо. Вот она тут осела чуть-чуть. Ага, кискины лапки. Значит, кошка сюда ходила. Выравнивать придется. На свежую грядку кошки любят ходить. Ну вот, хоть роза немножечко воспряла. А то вообще вчера сидела в воде. Просто ужас какой-то. Так, вот наша кисюля. Кисюлечка, солнышко. Алла сегодня поедет, купит ей антибиотик. Я ее пугать не буду. Вот у нее там что-то с лапой. Проконсультируемся в ветеринарной клинике. И посмотрим, что там с ней. Здесь тоже стоят петуньи. Вот в подвешенном состоянии петуньи висят. Ну, цветы, конечно же, намокли. Ну, кому сейчас, как говорится, легко. Воды много. Вот, кто мне там писал, у меня траншеи нет. Вот, есть траншея, где грядка. Вот она и вода стоит, видите? Вот. Там пока ничего нет. Никакой траншеи и не будет. Когда будем дорожки делать, под дорожками проложим трубы дренажные. И тогда все будет хорошо. Вот еще одна петунья. Но она какого-то непонятного цвета будет, но, видимо, очень красивая. Решила проверить свою розу. Вот она, смотрите, Пьер де Рансар. Вот, растит почку. Ай да Пьер, ай, молодец. Не зря я посадила его на адаптацию. Так, это еще одна адаптируемая роза, New Dawn. Она на старых, на своих мощностях выдала листья, а потом начала их вот так вот сушить. Вот, не знаю, это адаптируется или нет, а Пьер де Рансар адаптируется. Все в порядке, все нормально. С этими петуньями тоже вроде все хорошо. Ну и с этими, которые я вот здесь посадила. Ой, какая петунья.
Ой, какая петунья будет. Бордовая с зелеными кончиками. С этими вроде тоже хорошо. Это я на плитку залезла. Я пока их временно разместила сюда. Вот они тут и висят. Так, сейчас зайдем в тепличку. Здесь, ой, как здесь пахнет. Здесь пахнет, ребята, свежестью. Очень приятно пахнет свежестью. Вчера посадила здесь кориандр, кинзу вот здесь. Так, что у нас с редиской? Борис подходит каждый раз и говорит: Люб, ну как там, редиски есть? Редиски есть? Есть редиски. Вот они. Вот. И вот редиски. Редиски уже есть. Ну и здесь тоже. Красные кончики пока. Укроп хорошо растет. Все в порядке. Прихожу проведывать свою розу. Я ее уже больше не закрываю. Листик у нее растет. Кстати, я розу тоже поливала янтарной кислотой. Здесь, ну, здесь не знаю. Не знаю, не знаю. По-моему, начала отсушивать лист. Так, ну, в общем, в теплице все в порядке. Окончательно высадила томаты. Только достала их из стакана, и посмотрите, какие они стали большие. Были вот такие вот мелкие, но как только высадила, сразу все как-то так, знаете, приободрились. Это герцогиня вкуса, томатики. Вот. Надо будет сегодня пополивать томаты, потому что вот здесь земля совсем-совсем сухая. Но пока я заглянула с утра на разведку. С добрым утром, Марьюшка! С добрым утром, солнышко. Ага. А ты, Мариженька, заснула? А, я думаю, вспомнишь или нет? А попробуй, открой. Она не забывала. Да? Она ей бредит. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, застыла или не застыла. Ага, бери маленькую коробочку. Осторожно, осторожно, холодильник сломаешь. Не сломала. Ему ничего не сделается. Вчера ребята привозили пиццу. Очень много. 3 штуки. Мне просто лень было готовить, потому что я очень плохо себя чувствовала после вчерашней пересадки. Ну? Не открывается. Сейчас открою. Видно, даже крышка застыла. Вот. Вот такое мороженое у нас получилось. Сейчас Маруся попробует. Ну-ка, Марюшка, давай. Она застыла? Застыла. Ну, посмотри. Вот я сегодня занималась орхидеями, извиняюсь, здесь у меня мусор. Я с другой стороны зайду. Отпад? Угу. Очень вкусно? Угу. Лучше, чем прошлое было? Ну да. Там оно просто было какое-то, не знаю, вкусное. Да? Балдеж? Угу. Ой, бабушка сказала слово балдеж. Пробуйте. Сейчас попробуем. Сейчас я возьму ложку. Ой, а все ложки-то в посудомойке. Тогда возьмем вилку. Видимо, да. Так, ну-кася, ну-кася, ну-кася. Ну-кася. Маш, огонь. Огонь. Угу. Очень вкусно. Ванильная. Это получилось лучше, чем то. Лучше? Больше понравилось? Угу. Да. Вкусно. О, у нас тут фильм идет. Завтракать сначала. Сначала завтракать. И не мороженым. Поэтому пытаюсь съесть побольше, да? Да. Деловая колбаса. Нет, у нас этого мороженого 2 банки. Одна большая. Одна маленькая. Вот одна маленькая, да. Офигеть. Марусь, раз мороженое нравится, скажешь маме, чтобы у меня из квартиры забрали планетарный миксер Китфорд. Ты рецепт-то хоть запомнила? Да. Ну-ка. Просроченные сливки, щепотка соли, взбить, положить в морозилку. А сгущенка? И сгущенка. Значит, просроченных сливок сколько? Да, пол-литра. 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 Да, банка сгущенки. Банка.
Не забудь главное, а то сливки взобьешь солью, и что у тебя будет? Соленые сливки? И в морозилку. Поняла, да? Взбиваешь до пены сливки, а потом добавляешь сгущенку и взбиваешь еще где-то минутку, хорошо? Молодец, умница. Мы вчера купили телевизор. Для карты, вот, да, Борис с ним разбирается. Да. Будем вешать новый телевизор на стену. А для какой карты? Ливень, 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 ливень. Дождь очень сильный. Зальет все мои петунии. Кошечка так и сидит в беседке. Здесь в Михнево, к сожалению, ветеринарных аптек мы не встречали. Возможно, Алла сейчас заедет к доктору Авдееву. Есть такой доктор Авдеев. Есть у него кабинет там, где есть пункт выдачи Wildberries. И купит там антибиотик для кошки. Заодно посоветуется, какой антибиотик лучше для кошки купить. Если, конечно, доктор Авдеев принимает. Сегодня 8 мая. Вот. Потому что вчера Алла съездила на рынок в Михнево. Там есть зоопалатка. Но, к сожалению, там антибиотиков для животных не было. Рана у кошки чистая. Мы так вот посмотрели, потому что она не дается в руки. Но поближе подошли. Видно сквозная рана. Либо на гвоздь она наступила, либо на что-то. Прям вот сквозная вот рана. Такая, знаете, вот дырка. Она чистая рана, потому что кошка зализывает ее. И вот сейчас Алла поехала в Михнево и, может быть, купит антибиотик. Еще она поехала в Михнево для того, чтобы получить наушники. Мы заказали наушники беспроводные и для себя, и для бабушки. Вот появился телевизор. И наушники будут через этот телевизор действовать. Ну, такой там с какими-то прибамбасами телевизор. И бабушка сможет смотреть в наушниках, не включая громко. А то у нее концерты громко, футбол, хоккей громко. Вы нам посоветовали, Алла одобрила. И, в общем-то, тоже говорит, да, бабушке нужны такие наушники. Больше она никуда в такой дождь наверняка заходить не будет, потому что у нас опять лужи кругом. Вот, где грядку приподняла, там получше. Здесь засыпала, вот видите, убрала. Две хосты сидели. Здесь будет газон, чтобы попросторнее было. Хосты пересадила вот на ту грядочку, вот с одной стороны и с другой стороны. Будут сидеть две разные хосты. С этой стороны поменьше хоста ростом, с той стороны повыше хоста ростом. Остальные я пересадила там, где у меня сидит детский сад, для Ирочки Глазуньи. Ирочка мне тогда посоветовала женщину, и которая порекомендовала доктора для мамы, когда мама сломала ключицу. Вот. Ирина, к сожалению, приехать сейчас пока не может, потому что ей ехать очень далеко. Вот. И она сказала: Любань, на следующий год там брат, по-моему, строит дом. И вот, говорит, на следующий год, ну, говорит, раздавай, раздавай. Значит, говорит, не судьба. Говорю, нет, говорю, Ирина, это цветы твои, и они будут тебя ждать. Около септика у меня есть участок, куда я все высаживала, я вам показывала. Вот. И там будут сидеть еще и хосты. Точнее, рядом будут сидеть хосты, которые для Ирины. Вот я подожду, и когда Ирина сможет, тогда она заберет. А пока, пока вот в детском саду будут сидеть ее растюшки. Дождь, конечно, противный. Ребята, очень холодно, сыро. Поэтому мы сейчас находимся дома. Я думаю, может быть, мне мои петунии внести все-таки в парник. Дождь их совсем зальет. Ну, ладно, если чуть попозже только, тогда внесу. Ну, ладно, пойду маму кормить. Мама уже проснулась, я ей там цветную капусту сделала. Ой, распустились нарциссики. Вот, нарциссик распустился. Вот такой желтенький. Ну, а вообще погода, конечно, ужасная. Просто ужасная. Когда, в конце концов, наступит лето? Груша уже вся в цвету. Если видно, то вся в цвету. Яблони тоже набирают цвет. Ну, в общем, погода, ребята, все портит. Все портит эта погода.
так все ждем тепла, уже хватит этой воды, хватит. Сегодня у меня вахта у Мартена. Я сегодня буду готовить. Мама завтракает, дала ей тоже мороженое попробовать. И она говорит, что это мороженое получилось лучше, чем предыдущее. Ну и смотрим опять парк юрского периода. Мам, это вкуснее? Вот, это вкуснее. Да. Работа продвигается. Борис уже убрал маленький телевизор. Куда он его дел, не знаю. Вот. Здесь же ножки у него. Вот здесь ножки-то какие, а? Посмотрите. Ой, тогда здесь нужна какая-то такая подставка, потому что тумбочка очень узкая. Купили Samsung. Вот такой Samsung. Надо какую-то подставку искать под ножки. Ну, Борис говорит, вот эту доску можно взять, ее по ширине хватает. И он как раз использует. Ребят, вчера мороженое делали при помощи вот миксера, который мне подарила Алла, Дима и Маша. Кто захочет посмотреть, как он работает, зайдите на канал Аллы Амари Влог. И там видно, и посмеетесь, и получите заряд хорошего настроения. Там смешно мы с Машей делали мороженое, посмеялись немножко. Хотела сказать, воспринимайте все в шутку. Конечно, сливки были не просроченные. Это уж я вам... Это уж так, посмеялись, как говорится. Алла привезла вот такие наушники. Вот. Много басов и мало кабеля. Я их подключать к телевизору не умею. Поэтому подключать будет Борис или Алла. Вот такие вот наушнички. Люб, у тебя упало, что ли? Знаю. Упало, Люб. Вот так вот они выглядят. Смотрите, какие хорошенькие, синенькие. Вчера, кстати, в Валберес заказали, а сегодня они уже к нам приехали. Вот такая красотулька. А, какие. Правый, левый. Ну и кабель для зарядки. Я говорю, почему-то оранжевый. Ну, подключать и налаживать буду не я. Я не умею. Я говорю, будет Алла. Хорошие наушники. Алла, в них можно даже спать. Можно, в них можно говорить, у них микрофон есть хендсфри. Я вообще не слышу, что творится в доме. Когда я не хочу ничего слышать, я могу их надевать. И ходить они, да. И ходить, да. Книжку в них включать свою. Что включать? Книжку свою. Книжку, да. Здесь, наверное, на что-то можно жать. Можно. Да? Под? Нащупаем пальцы. Под? Тут ничего нет. Есть. А, есть что-то. Под. Кнопочка. Правда, здесь есть регулятор громкости. И вкл, и выкл. Вот. И ответ на звонок между регуляторами громкости. И ответ на звонок. Вот точечка. Хорошая штука. В них хорошо работать на участке. Косить хорошо, ничего не слышно, да. Вот, видите, они даже вращаются вот так вокруг своей оси. И, естественно, выдвигаются. Я уже попробовала. Сейчас, ребята. Вот, они выдвигаются на любую большую голову. Вот такие вот наушнички. Решили примерить бабушки наушники. Смотрите. А вокруг тишина. Взята я за основу. О, и никто никому не мешает. Хорошо? Вот так вот. А вокруг тишина. На улице дождь. Поэтому вот все дома. Видите? Все дома. А ты же теперь будет слушать свои концерты. А телевизор, когда сделаем, будет слушать и телевизор. Алла решила меня научить, как их подключать к телефону. Зайди в Bluetooth. Настройки Bluetooth. Настройки Bluetooth.
теперь включи наушники. Нужно зажать включение. Так, включение здесь вот так. Раз. Зажала. Отпускать? Отпускай. Отпустила. Загорелся синий огонек. Теперь одновременно на наушниках нажми точечку и плюс. Вместе. И держи. Точечку? А, не надо. Вон, они уже появились. А, вот они, да. Тык да. на них. Вот сюда тыкать? Тыкать на JBL. Так. Все? Подключено. Все. Одеваешь? Да ты что, правда? Прям да. Вот надеть и слышно звук? А здесь еще крутится. Не важно, здесь ничего не крутится. Да, я знаю, что Р это правый, а Л это левый. Все, одеваешь, включаешь. Теперь весь звук через них пройдет. Нет. Так, теперь включаю свою книжку. Почему? Она захотится. Боже. Пусто впереди. На телефоне сделай. Ага, меньше звук. И на телефоне можно тоже сделать. Бегите. Сережа, все просто, так им и объясню. Что тут трудного? Что тут непонятного? Бегите. Тамара, они, бляха, военные люди. Не кричи. У них есть приказ, и у меня есть приказ. Все. Не, вот про это я говорить не буду. Я смогла это сделать. Так все просто, элементарно. А когда снимаю, Ал, то их нужно выключать, да? Да, но лучше выключай на себе. Одень, она тебе скажет turn off в наушнике, что ты вырубаешь. Хорошо. Ну, не обязательно, но он все говорит. И здесь. Зажми. Джон, я на месте. Бум. Все. А почему она мне не сказала turn off? Не говорит. А потом, когда включать будешь, он тебе скажет бу-бу-бу. Да? Ну-ка, могу? Будет развилка. Поверните налево. Просто же покажите. Я разбираюсь в чертежах. И они уже сразу подключились. Вот еще раз. Второй раз подключать не надо. Да, уже подключено. Слушай, красота. А, через ниже? Весь звук сейчас идет через них. То есть, когда ты их переключаешь, даже аудиосообщения в WhatsApp идут. Тоже а, через алло, них. На что жать, чтобы ответить? Ну, точечку. А, точечку, да. Вот главное тут попасть. Точечку, тык. Ага. Алло. Алло. Да. И динамик здесь есть, да? В смысле динамик? Какой-то? Ну, в смысле говорить. Да-да-да-да-да. Говорить куда? Вот тут вот одна из этих микрофонов. А, ясно. А теперь зарядка. Вот это вот прикол, мы долго искали. Угу. Сейчас, ребят, я вас опущу, чтобы сразу видеть. Друзья, так. Не где зарядка? Классно получилось. Нету вроде. Может, вроде бы нету. А, вот зарядка, да? Угу. Класс, точно, зарядка. Все, буду знать. Спасибо большое. Вот, представляете, оказывается, вот зарядка. Вот. Вот здесь. Вот она. Вот. Видно, надеюсь, да? Сейчас, ребят, я сюда поверну. Вот она, зарядочка. Вот она. Вот зарядка. Работает. Замечательно. Теперь один пульт на все. Мать честная. Вот это телевизор. Дорогие друзья, наши игроки берут подсказки. Господи, опять затопило. Ну, посмотрите, воды сколько. Посмотрите, что делается. Ну все, ребята, мое терпение лопнуло. Ой, не просачиваюсь. Сейчас. Пойду-ка я занесу петунье. Потому что, ну, это не дело. Лишь бы только не промокнуть. Посмотрите, что творится. То снегом заваливает, то затапливает. Ручьи просто. Вот клала сюда землю, посмотрите, все размыло. Ну, что это? Ну, вот как вот тут можно пройти? Посмотрите, что делается. Ужас. Это просто какой-то ужас. Что ж это такое? А ведь это только сегодня дождик. А ведь еще будет и завтра. Ребята, ну кошмар, ну это просто кошмар. Две минуты перенесла петуньи, посмотрите. Я вся мокрая насквозь. Слышите, как дождик стучит? Это просто вообще кошмар, ребята. Поставила сейчас ведра, чтобы набирать дождевую воду. И дождевой водой полью потом томаты. Но я уже полила тут часть. У меня ведра стояли за парником. И там набралась вода. О, видите, аж капает с куртки. Ой, какой кошмар. Сегодня дождь, завтра дождь. Лишь бы только грядки не размыло. Прям кошмар.
забежала быстрее домой. А наши тут все с телевизором. О, какая красота, такая картинка хорошая. Все-таки самсунги рулят, конечно. Не все. Не все, да? А этот хороший? Ну, это 7-я серия, предпоследняя, вот так вот. А-а-а. Поэтому да. 8-я сейчас вроде последняя. О. Картинка хорошая, красивая.